И считайте вслух, чтобы я слышал. Да. Денис, ты не играешь. 4. Второй раунд уже. Мате. Денис, почему ногами играешь? Ты же знаешь правила. Есть человек ударил. Значит, я еще раз прошу, пожалуйста, нас мало, чтобы у меня травм не было. Извинись. Сейчас извини. Подожди. Да. Так, Денис. Помогай. Да, вдвоем. 4-0. 5-0. Делайте как можно больше разрыв. Да, как чтобы можно больше. Так, чтобы было 10-0. Держите мячик и не забивайте, как меньше проиграет. Назад, Денис. Денис, ты должен сервы выключить. 7-0. Когда у них мяч, ты должен держать сервы, не знаю ничего. Держать 9-0. Денис, он не должен забивать. Вот здесь его держи. 9-1. Денис, держи сербу. Держи только сербу. 10-1. Владимир, почему он забивает? Нормально. 10-1. Держи Даника. Держи Даника. Сырку держи, Денис.
10-2. Сербу держи, Дивай. И не сербу тоже держать. Придержи его, дай ему пройти. Придержи, наоборот, придержи. Аккуратненько ногами. Время. Стоп. Аккуратно. Т. Мяч на середину. Легли на спину. Кто чемпион города, понятно. А чемпион республики я все равно сделаю так, что вам будет трудно. Так. Вот два человека, которые сразу собраться не могут. Денис, вот так и складывает, когда ходит, ходит, чтобы там... Так, пошли пресс. 15 раз. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. Кто у нас победил? Еще 5 раз делаем. Чемпионы. Раз, два, три, четыре, пять. Те, которые проиграли, это говно. Встали. Можете сидеть. Они, вы на 5 раз больше делаете. Да, приготовились. Приседания. 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 Команда Дарина 15 раз, а вы 20. Приготовились. Хаджина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Денис, выше головы. Раз, два, три, четыре, пять. Кто проиграл? Раз, два, три, четыре, пять. И со стойки. 10 падений вперед. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, разошлись. Так как там команда слабая, чемпионат республики, ей дается фора. Вы выиграли 10-2, значит они ведут 8-0. Еще раз, вы должны, чтобы выиграть, уже забить 9 мяча. 8-0. И пропустить их. Они выиграли, да? Они сейчас выигрывают. Вас, вы, должны, вы все равно играете лучше, поэтому вы должны выиграть. Восемь-один. Девять-три.
Осторожно. Скриншот, когда у меня лицо получается. А, плохое? Да. А, блин. Придумай что-нибудь там, хвостик, ушки, блин, чтобы не вы... Да, да. Юрий Саныч, бантик. Блин, бантик. Хорошо, легли. Значит так, все делаем по 10 раз. Пресс. Нет, 10 мне не нравится, 8 раз. Пошли. А что именно? Пресс. Пошли. Да. Уну. Доль.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну уже 10 как раз помог, да? Хорошо. Так, приседания, ашизей. Пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо, падаем вперед 8 раз. Пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Денис, сгибай руки. Оп. Хорошо, МТ. Так, Сырбу забираем мяч. Ну, они не выиграли. Значит, вам. Вы 7-0 ведете. Не 8-0, а 7-0. Вы уже чуть-чуть разозлились. Это уже хорошо. А мы чуть-чуть уже. А вы наоборот стали еще лучше играть. Да, все спали. Готовы? Да. 7-0. Джимми, третья игра. Чемпионат Европы. Я вот Даник, да? Да, он. 7-1. Ой, да, 7-1. Да. Все 8-1. Не пускай, Владимир, не пускай. Ошибки делаете. 8-2. Не пускай, где Денис Сырбу не держит совершенно. Кто ближе к Сырбу, тот его и держит. 9-2. Неужели они чемпионы? Три минуты осталось. Держи, Владимир, не давай бросать. Не давай, не давай. Да снова. Стоп. Там не надо, тут там оставим мяч, пожалуйста. Так что вы вспомнили? Ногу? Нет, вам руку снова нету сует. А пусть сует, я вас за это наказываю. Так вот уже второй раз. Денис, Денис, не ставь, пожалуйста. Денис, не делай, не выбивай из них. Это все равно гол считается. И тебе тогда штрафной. Десять четыре. Осталось 2,5 минуты. Сейчас иглок.